Всем привет, всем добрый день. Сегодня буду готовить селедочку. Для начала нам понадобится досточка. На досточку мы одеваем целлофановый пакет. Вот такую селедочку я приобрела. Вот буду ее сейчас разделывать на досточке. Сначала мы отрезаем кусочки селедочки. Теперь нам нужно почистить внутренность. Все мы аккуратно будем складывать. Такая специальная тарелочка у меня называется, она селедочница. Здесь вот у меня икра. Икру тоже положу. Аккуратно очищаем. Нарезала селедочку, почистила ее. Теперь нам нужно добавить туда маринованный лук. Вот. Лук я вчера замариновала с приправами. Селедочку нужно полить растительным маслом сверху. Тихонечко поливаем растительным маслом. Дорогие друзья, вот такое вот блюдо. Селедочка с луком и растительным маслом у меня получилось. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. До скорых встреч в новом видео.